Чего расскажешь хорошего? Ну, здорово. Ну как оно, сталкер? Товар у меня, можно забрать. Слушаю тебя. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Что скажешь, брат? Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Один у другого спрашивает. Слушай, чувак, ты не знаешь, который сейчас час? Знаю. Спасибо, чувак. Здравствуй. Слушаю тебя. Что в городе поляски жить не давали, что тут началось? Долг этот долбан, военный. Нет, чтобы оставить зону в покое. Майор, это Ковальский. У нас ЧП. Часовой не отвечает на вызовы. Знаешь, где гастроном был? Так вот, сигнал его маячка идет как раз оттуда. Ты проверь по возможности. Конец связи.
Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так прорвемся. А вот что мне как-то рассказали. Солобон в вещевке жалуется. Товарищ прапорщик, а чё мне фигню какую-то выдали? Штаны до колен, рубаха болтается, а рукава короткие, берты вон сами слетают. Я тут в зеркало посмотрелся. Короче, слушайте. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль, отличный был парень. И с разведгруппой, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно, спасибо тебе. Конец связи.
Короче, анекдот цивильный. Приехал, значит, новый полкан на час. Он начал переход, он с офицерами курил. Ну и там, как рассказал. Все смеются, а один не все смеется. Он говорит, вот еще нас. Всем смешно, а тебе нет? Так... Главное не дрейфить. Не дрейфить, да? Тогда, дай бог, все лучше на пулю нарваться. Вот, накачивали на штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров, ага. А сами? Так отсюда посмотришь. Кириллов, это Ковальский. Нужно проводить майора. А вот что я хочу рассказать. Товарищ майор, внимание! Наемники прибыли на точку.